Итак, кажется, мы снова оказались в этой самой рулетке, а это все не зря. Потому что сегодня мы будем играть в Brawl Stars, да не в обычную, а в силовую лигу, в сольную, конечно же. Я надеюсь, что она хотя бы у нас не закончилась. У меня сейчас, на данный момент, высший ранг в этом сезоне, 3-е золото. Надеюсь, что сегодня я смогу его побить, но у меня будет небольшая задача, потому что всех бравлеров, которых я буду сегодня выбирать, буду выбирать не я, будет выбирать... Это самая рулетка. И давай-ка мы ее сразу, пожалуй, начнем крутить. И главное, то, что сейчас, неважно, за кого я буду играть, ну то есть капитаном или нет. Если я буду выбирать бравлера, которого исключить, то я буду выбирать вот бравлера из этой рулетки. Если я буду выбирать бравлера для себя, то я тоже буду выбирать бравлера из этой рулетки. И первый бравлер, которого я сегодня буду выбирать, это Биби. Окей. Мы обратно переходим в Brawl Stars. Я просто это сделал заранее, ну заранее рулетку прокрутил, потому что я могу элементарно этого не успеть. Мы заходим в силовую лигу, я нажимаю сразу же кнопку «Играть». И первого мне нужно исключить бравлера Биби. Я же не перепутал. Так, ну здесь так-то даже смысла ее исключать на самом деле... Мне нужно ее выбрать! Черт! А я не помню, она у меня вроде бы на 9-й силе. А нет, на 10-й. Фух, хорошо, что у нее хотя бы пассивка есть, и гаджет тоже есть, поэтому мне это вообще на руку. Я буду выбирать именно этого бравлера. Так, а что если его не запретили? Все хорошо. Главное только, чтобы его сейчас никто не выбрал. Но мои тиммейты, конечно, могут подумать, ой, какой ты дурак! Я под... Ну, хотя чувак розу взял. Ладно, роза здесь вроде нормально подходит, вот Биби, мне кажется, будет на самом деле не очень, и мне будет очень тяжело играть за это, потому что я буду играть за бравлера абсолютно рандомного. Так, мне главное только не пропустить время, потому что если я это сделаю... У них чувак взял Бо, который на 8-й силе. Это вообще вопительно. У нас вся команда на 10-ке, а у них 8-я, 10-я и еще одна 10-я сила. Ну ладно. Самое главное, мне сейчас просто выиграть в этой катке. И надеюсь, что у меня это получится сделать. Самое главное, смотри, получается, Бо сейчас играет без пассивки. То есть, это хорошо. То есть, в кустах он меня, если что, палить не будет. Так, ну они все втроем бегают с той стороны. Так, Динамай где-то здесь, да? Я думаю, то, что можно, в принципе, здесь немножечко подойти вот с этой вот стороны. И сразу же двоих чуваков загасить. Раз, да. Ах, ты сгасился! Ну ты офигел, конечно. Два, и убегаем, 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 убегаем. Не трогай меня, пожалуйста, Бо, я тебе ничего не сделал. Тихо, аккуратненько, аккуратненько. Мы сейчас просто дождемся. И этих чуваков, всех троих, сразу же. Раз, два, еще жвачку запустим. А чё она не запустилась? Алё, Brawl Stars, что за фигня, блин? А нет, запустилась. А чё, я такой слепошарый, что ли? Ну ладно. Так, у нас пока что 6 кристаллов. Я вот этот кристалл пока что собирать не буду, потому что я буду идти в атаку одного чувака. Я загасил хорошечно. Сейчас загасим сразу же всех остальных, пока мои тиммейты просто собирают кристаллики. Так, чувак, ты чё тут до нас динамиты закидываешь? Ты офигел, что ли? Опа-на, хорошо. Моя жвачка сработала. Второй раз, конечно, не попала, но все равно. У нас уже есть 9 кристалликов. И, походу, сейчас будет 10-й. Чуваки, бегите. Бегите, глупцы. Так, раз, два, Трист! Не добил! Черт, черт, черт! Это проблема Ламберфера. Роза, зачем ты рашишь? Мне кажется, этого на самом деле лучше не делать. Молодцы, кокнулись. Да, вот это у меня, конечно, команда мечты, однако попалась. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Мне главное не слиться. Так, у нас у Розы, получается, уже есть 8 кристаллов. Это хорошо. Динамайка я забрал. И все, в принципе, я думаю, то, что здесь мы сейчас должны изи затащить. Черт, а у меня что, кристалл, что ли, был? Ой, я дурак. Признаюсь, здесь я реально сейчас максимально тупанул. По итогу еще такая ситуация получилась, то, что мы слились, я просто элементарно до кристаллика не добежал. Какой я дурак. Так, Динамайк, я думаю, то, что ты вообще не на того нарвался. Тихо, аккуратненько, аккуратненько, у меня 2 кристаллика, мне бы желательно играть максимально аккуратно, потому что мы сейчас и так только что из-за меня катку слили. Аккуратно, Пока, пожалуйста, выживи, я тебя очень сильно об этом прошу. Так, если сейчас туда побежит этот чувак... Мы можем слиться, мы можем слиться, мы можем слиться. Я на всякий случай гаджет заюзаю, хорошо. И вот этого чувака мы, пожалуй, добьем нашим ультецким. Бежим, глупцы. Я даже кристалл на всякий случай собирать не буду. Я думаю, то, что он нам нафиг не нужен. Нам сейчас самое главное просто выжить, блин. На самом деле, играть в Brawl Stars, когда за тебя выбирают, просто какая-то рулетка, вообще очень тяжело. Потому что я нифига не умею играть за бравлера Биби. Меня еще и кокнули. Как это вообще произошло? Так, хорошо, хотя бы кристаллы отвоевали наши. Но там есть чувачок, который вообще максимально офигевший. Пока, пожалуйста, выживи, Пока. Так, я вас понял, сейчас нужно мне просто кристалл один собрать и убежать. Роза, беги! Беги, Роза, беги, 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 беги. Надеюсь, что я тебя смогу задефать. Блин, они кристаллы, мне кажется, все-таки соберут. Ладно, сейчас я их немножечко отшугну. Сделаю вот так вот. Раз.
Нифига себе, тут мин, конечно, подорвалось. Ладно, гаджет мы быстренько активируем. И Роза, все, Роза, убегай. Просто убегай, просто убегай. 2 секунды, хорошо. Затащили, счет 1-1. Но сейчас нам нужно 100% выигрывать. Рода, мы это все-таки сделали. Бой окончен, 2-1. Если бы мы первую катку еще не слились из-за меня, то я бы намного быстрее уже ее доиграл. Но мы по нашей карьерной лестнице продвинулись немного вверх. А это значит, что настало время выбирать нового бравлера. Рулетка крутится, бравлер мутится. И кто же это будет? Мне вот очень сильно интересно. Надеюсь, что бравлер, который имбовый и который у меня есть хотя бы на 10 силе. И это легендарка. Нет, легендарка. Кто там? Стью или... Стью, походу. Я буду играть именно за него. Окей. Надеюсь, что сейчас хотя бы карта у нас подойдет нормально. Я нажимаю сразу же играть. Стью. Мне самое главное сейчас просто этого не забыть. Так, я капитан буду или нет? Непонятно. Нет, я не капитан. Окей, у нас капитан читер 777. Надеюсь, что хотя бы не настоящий читерёга будет, а то меня еще и забанят, а мне это нафиг не надо. Я просто сразу же выбираю бравлера Стью. Все, надеюсь, что его сейчас не забанят. Потому что если забанят, мне придется немножечко бравлера перевыбирать. Окей, они оба выбрали 8 бита. Хорошо, однако. Хорошо, что бравлера Стью никто не выбрал, зато его и выберу именно я, потому что мне так сказала та самая рулетка. Да-да-да. Все, погнали. Итак, первая катка начинается прямо сейчас. Я думаю, то, что где-то здесь нужно поставить наш гаджет. Че ты там сразу такие смайлики злые кидаешь? Это не я виноват, это меня рулетка так выбрала, если что, поэтому не надо тут на меня, пожалуйста, бугуртить. Хорошо? Быстрее как сделаем. Раз, залетим. Раз, два, три. Хорошо, бравлера одного забрали. Так, сейчас там еще Джесси будет. А мы, пожалуй, ее тоже сейчас быстренько заберем. Не получилось, не фартануло. Я здесь просто чуть-чуть пронубил, ладно, бывает и такое. А у нас там Морти стоит, просто себе ульту фармит. Это ты, конечно, хорошо придумал. Молодец, однако. Так, здесь у нас Джесси есть, да? Джесси. Ай-я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 й. Проблема Ламбалифера. Мортис, кристаллы просто собери и убеги, пожалуйста. А, в смысле, а у нас что это? Чувак. А, Мортис был с кристаллами. Понял вас, понял, принял, обработал. Так, там есть пушка, которую надо бы желательно сломать, а то она какая-то офигевшая. Все, мы ее добили. Хорошо. Мистера Пима сейчас тоже быстренько добьем. Хорошо. И убегаем, потому что у меня очень мало хп. И меня это на самом деле очень сильно напрягает. Так, тихо. Джесси, ты как по мне вообще попала? Ты офигела, что ли, там? Ну-ка, аккуратненько, это... Кефирчик, пожалуйста, выживи, хорошо? А то ты нам сейчас, если кокнешься, это будет вообще очень плохо. Его, походу, сейчас реально могут добить. Так, понял вас. Улетаем. Подальше, не получилось улететь. Не фартануло. Ульта не, там лоу хп осталось у Джесси. Хорошо, красава. Мортис нашу катку, походу, затащил. Вообще просто красавчик. Раз, этого пушку мы сейчас тоже быстренько добьем. И наша задача сейчас просто немножечко мансить, не давать чувакам пройти. Я почти что это сделал. Ладно, самое главное то, что мы здесь все равно затащим однозначно. И все, хорошечно. У Мортиса 10 кристалликов есть. А это значит то, что мы идем дальше. Счет 1-0. И надеюсь, что вторая катка будет такая же максимально изичная, и мы максимально быстро в ней затащим. Ставим сюда гаджет и бежим сразу же атаковать чоков. Так, тихо. Это проблема Ламбы или Фера. Так, нифига, конечно, там этот как закинул справа свою баночку свою, это свой кустик офигевший. Меня кокнули, черт. Ладно, кефирчик, давай банки там собирай. И аккуратно. Так, а читер 777, ты когда кокнуться успел? Нифига, конечно, его как-то быстро убили. Надеюсь, что меня такая участь не ждет. Тихо. Так, здесь есть Джесси. Блин, пингвинчик своих этих пускает, там офигевший, а. Так, хорошо, мистер Пи, загасили. Ей-ей-ей-ей, Спраут, ей-ей-ей-ей, там пушка еще поставилась у Джесси. Фигня какая-то пока что получается, но надеюсь, что все-таки сможем затащить, сможем. Ну, 100 хп осталось у нее, добей, пожалуйста. Да как, не попал-то по ней, черт. Капец какой-то, пока что мы сливаемся. Так, стоп, а кто мне гаджет сломал? Окей, ставим его заново. Мы парни простые, гаджет сломали, мы его поставили, окей. Так, там еще пингвинчик бежит. Блин, я думал, что его сейчас поездом собьет, но что-то как-то не сбило пока что. Аккуратненько убегаем, у нас есть пока что 7 кристаллов. У меня есть пока что 7 кристаллов. Тихо. Все, я, короче, просто решил пока что убежать, потому что это, на всякий случай, рисковать не будем. Че за дичь вообще получается? Я не понимаю, почему нас так быстро убивают. Так, мистер Пи там дурак, поставил свою ульту прямо к нам, да? Я так понял, тихо, или это была не ульта, не понял немножечко, ну ладно. Аккуратно, тихо. Так, кто у меня опять гаджет сломал? Вы достали, че они его ломают? Ломают. Так, чуваки, вы что там, кристаллы собираете? Не, а то я это, как бы я тут один с кристаллами бегаю, и меня эта ситуация вообще нифига не устраивает пока что на данный момент. Так, там у нас опять пингвин бежит. Понял, Мортис, аккуратно, Мортис, пожалуйста, только не слезь, хорошо? Я тебя очень сильно об этом прошу. Главное, конечно, мне только не слиться, потому что у меня кристаллов очень много. Так, Мортис, улетай обратно, хорошо. Все, стан от нашего бо, конечно же, сейчас очень...
очень хорошо сработал, и он помог убить мистера Пи и помог нам занять топ-1, и мы, конечно же, выиграли в этой катке. Просто стоим здесь и ждем, когда же закончится игра. Фух, я думал, она меня сейчас убьет, вот было бы обидно на последней секунде кокнуться. Мы все равно выиграли, правда, я не звездный игрок, ну ладно. И я почти что дошел до третьего золота, надеюсь, то, что сейчас я это все-таки сделаю. Мы, кстати, такими темпами уже и к 8 биту потихонечку подходим. Но наша задача просто зайти в рулетку и выбрать прямо сейчас нового бравлера, которого мы сейчас... Так, почему рулетка с первого раза не крутится, ёк-макарёк? Все, рулетка крутится, бравлер мутится, и кто же это будет? Давай посмотрим. Здесь, если что, в этой рулетке есть абсолютно все бравлеры. Белль, давай, Белль, пожалуйста. Да какой пока, я хотел за Белль поиграть, она такая имбовая, вообще, черт. Вот это меня, конечно, подставили. Ладно, пока так пока. Надеюсь, что мне его придется все-таки блокировать, потому что я буду капитаном команды, и потом мне выпадет Белль. Давайте так сделаем, потому что я за Белль реально хочу поиграть. Она очень крутая, вообще, мне прям капец как нравится. Опять та же самая карта. Я, к сожалению, не капитан. Мне нужно брать Пока. Окей, давай тогда сразу же его возьму. Если его заблокируют, то заблокируют. Ладно, все, самое главное то, что я бравлера взял. И моя задача сейчас просто ждать. Ну, если, конечно, его не заблокируют и никто не возьмет. Но, в принципе, я думаю, то, что Пока сюда подойдет хорошо. Только у нас чувак взял Стью, у которого 9-я сила. Вот эти тиммейты, конечно, очень топовые. Блин, у них Сэнди и Емс еще и Тик. Ёк-макарёк. Надеюсь, что у нас Игорь хотя бы не возьмет кого-нибудь чувака с 5-й силой. Так, Игорь, что-то ты меня напрягаешь сейчас? Брок 10-я сила. Хорошо, хотя бы так. У нас в команде только одна 9-я сила, поэтому, в принципе, есть еще шансы на победу. Надеюсь, что мы все-таки сможем затащить. Так, видимо, мне нужно сейчас кристаллы сразу же собирать. Чуваки, вы понимаете то, что это немножечко как бы мне не подойдет? Тихо, тихо, Эмс, ну-ка давай, лишний раз тоже не рыпайся. Хорошо, Брок, красава то, что сломал эту штуку, потому что там у нас Сэнди такая офигевшая есть, которая за ней пряталась. И я так думаю, то, что этого допускать нельзя, почти что убил ее, чуть-чуть осталось. Так, чуваки, я хотел Игоря отхилить. Игорь, сори, что я тебя не отхилил. Давай гаджет тогда на тебя юзану, хорошо? Конечно, ты там вроде бы стоишь, никого не трогаешь. Сэнди меня сейчас кокнет, 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 кокнет. Брок, аккуратно, пожалуйста, тебя... Убили, черт, мы все кристаллы профукали, которые у нас были. Но сейчас мы их, конечно же, вернем. Сэнди, плиз, не трогай меня. Уйди вообще нафиг отсюда, не подходи сюда. Так, на меня все-таки подходить кто-то будет, да? Сэнди тут. Сэнди с лоу хп. Я так думаю, то, что ее надо добить, пока нога же там свой не изанул, если он у нее есть. Так, хорошо, мы пока что отхилим вот этого чувака. Отхилим сразу же вот этих наших чуваков. Окей, давай, короче, займемся тем, что будем просто хилить наших тиммейтов, потому что что-то в атаку, мне кажется, суваться вообще на самом деле талая тема. Но у нас вот есть Сью. Так, Сэнди, ну-ка, давай, не рыпайся, не рыпайся. Стью мы сейчас тоже отхилим, не переживай, Стью. Я, если что, здесь, Брок, тоже я на подхвате, не переживай. Только у них Сэнди закидывает ульту просто по КД. Это вообще капец какой-то, очень потно, 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 потно. Так, тихо, Брок, я тебя отхилил. Макс, я тебя тоже отхилил, не переживай, все нормально, все супер гуд. У нас пока что 5 кристаллов, у них пока что 7, и это вообще проблема, Ламба или Фера. Тик, хорошо, 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 хорошо. Так, я тебя тоже пока что хилю, не переживай, все нормально. У нас 7-7 по кристаллам пока что. Только если мы сейчас еще Сэнди убьем, будет хорошо. Меня, правда, тоже убили. Чувак, пожалуйста, затащи, затащи. Зачем ты так ультуешь-то криво? Ёк-макарёк, они кристаллы все собрали. Опупительно. Надеюсь, то, что они убежать хотя бы не смогут. Черт, я не смог. Стью, 9-я сила. Спасибо тебе огромное. Помог. Ну вот зачем? Если вы заходите в игру, вы берете 9-ю. Ты чё на меня еще агришься? Ты вообще дурак, что ли? Ты сам, блин, слил катку, ты это ультанул даже в криво как-то непонятно. О, Сэнди лошара. Так, тихо, сейчас смотри, что мы сделаем. Так, понял. Макс, 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 не ссы. Сейчас я вас отхилю, не переживайте. Меня, правда, Тик тут немножечко зафигарил. Это своими банками закинул меня тут своими бомбочками, поэтому аккуратненько, аккуратненько. Чуваки, я вас стараюсь хилить, но у меня, конечно, получается не очень, потому что я еще хочу немножечко атаковать. Так, Сэнди. Ой-о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 й. Так, ну я отхилил Макса, надеюсь, что его это все-таки спасет. Макс, я тебя спасу. Не получилось спасти, черт. Так, там Сэнди еще лоу хп. Осталось лоу хп, надо бы дожать ее. Черт! Если бы меня кто-нибудь спас, было бы хорошо. Ну ладно, хотя бы кристаллы им не отдал. Это хорошо. Блин, ну зачем ты туда гаджет ставишь? Его же могут достать спокойно. Ну ёк-макарёк, Макс. Понятно, так, Сэнди забежала в ульту. Забежала в ульту Сэнди, этого мы тоже отхилим. И бежим вот так вот так. Там у них Сэнди опять банку подобрала. Да вы достали, вы чё, чуваки такие, это офигевшие все. Сэнди. Надеюсь, то, что у меня гаджет все-таки не юзанулся. И я сейчас нормально выживу. Так, сквозь поезд я, в принципе, пока что могу пробегать.
Поэтому этого мы отхилим, этого мы отхилим, этого мы тоже отхилить не смогли, с какого-то фига. Так, тихо. Кто здесь сейчас на нас побежит, тот кокнется. Поэтому, чуваки, не рекомендую вам этого делать. Зачем я его отхилил, если его кокнули? Не знаю, 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 хорошо. Я случайно ульту потратил, я не хотел этого делать, черт! Так, нет, я на всякий случай отойду, потому что у меня слишком много кристаллов, мне пока что рисковать нежелательно. А вот сейчас можно немножечко и рискнуть. Погнали, 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 чуваки, погнали. Я пока что отхилюсь, у меня 9 кристаллов, 10 надо собрать, 10 кристалл, 10 кристалл. Сплиз. Стью, просто собери 10 кристалл и все, пожалуйста, собери 10 кристалл, я тебя отхилю. Все, побежали, 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 побежали. Ну его нафиг вообще. Так, тихо, там Сэнди есть, она тоже очень опасная, мы ее сейчас добьем. А вот Эмс, 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 Эмс. Так, я на всякий случай 10 кристалл соберу и просто убегу вот в эту сторону. Ай, наших тиммейтов всех убили. Тихо, тихо, тихо. Фух, затащили. 1-1, ситуация немножечко, кажется, повторяется. Чувак, собери кристалл, я тебя отхилю. Красава, красава, убежал. Этот ты вообще сделал максимально вовремя. Давай я даже на тебя гаджет юзану, потому что сейчас ты реально сделал очень красиво. Красавелла, брателла. Так, тихо, тихо, хилим всех, хилим. Баночку одну соберем, кристаллик точнее. Пожалуйста, Стью, только не сливайся, я тебя очень сильно прошу. Я тебя, конечно, постараюсь отхилить, но не обещаю, не обещаю. Давай кристалл собирай и убегай, 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 убегай. Стью, беги! Дурак! Его там в угол зажали, давай, давай, я ультану, гаджет точнее использую. Так, блин, подожди, у нас 8 кристаллов, у них пока что 0, но нам нужно 2 кристалла собрать, и они нас поджали прям очень сильно вообще. Так, у них тик какой-то дурак, он закинул свою ульту прямо под поезд. Дундук вообще какой-то. Так, все, погнали под ультецким сейчас, под этим гаджетом точнее забежим, 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 отхилимся. Они нас просто зажали, нифига нам не дают сделать. Это очень печально, 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 печально. Стью, давай, 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 давай. Улетай, улетай, улетай. Убегай, просто убегай, красавчик. Мы затащили эту катку. У меня сейчас. Я себе сейчас снова верну, кажется, третье золото. Уйди, 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 уйди. Не надо рыпаться лишний раз. У нас тут и так все пока что хорошо получается. Нам никто не мешает. И мы заняли очередной топ-1. Затащили катку. Есса! Ух! Я на самом деле, когда в эту игру зашел, думал то, что мы сольемся, но Стью нас затащил с 9 силы, еще и звездным игроком стал. Вот ладно, сейчас ты здесь красава. Ну а мы себя возвращаем в силовую лигу, 3-е золото, как я и говорил, и это очень хорошо. И у меня остается еще 22 катки, чтобы можно было купить новый скин на 8 бита. Не знаю, стоит ли это делать вообще или нет. Напиши, как ты думаешь, стоит ли этот скин покупать. Так-то он вроде прикольный, но 25 тысяч гемов немножечко перебор, мне кажется. Поэтому рулетка у нас получилась просто ах, бомбезная. И спасибо тебе огромное, то, что ты мне не выбила никакого плохого бравлера. Да, хорошо, что ты мне хотя бы таких выбивала. И я за них даже смог все три катки затащить. А такое на самом деле у меня бывает прям очень нечасто. Поэтому если тебе видосик понравился, не забывай поставить лайк и на канал подписаться. Кнопка подписки же уже вот здесь, осталось просто как бы нажать на нее и все. Давай, быстрее нажимай. А я пока думаю, может еще поиграть?